Включение с нижнего яруса. От Нотр-Дама и туда, дальше, вниз, по течению. Вау, какой тут мост, это я не видел. Видите, эти древние.
Ничего себе. Вот это я шуганулся. Это был звук, конечно, мощный. А вот тут вообще на борту люди сидят, смотрите. Просто посели. Молодежь. Они винишко распивают. Это шампанское. Шампунь. Ну ладно, думаю, хопить. Мы получили представление, что из себя представляет этот вот маршрут по нижнему ярусу вдоль Сены. Уже буду подниматься туда. Наверх. Ну вот еще можно показать. Я все-таки прошел сюда дальше. Можно показать кораблики сблизи. Пройдем. Которые тут припаркованы.
даже солнышко выглянуло на закате. Потому что сегодня по прогнозу вроде как обещали дождь, даже ливень, да и грозу. Но вроде пока что не отбылась. Может, еще чуть попозже жахнет. Ну все, на этом уже точно все. Поднимаюсь наверх. И это мы выныриваем вот возле Академии наук опять. Все, тут я уже снимал, уже дальше не буду.